Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии. Полицейские установили, что 37-летний уроженец Санкт-Петербурга мог совершить в отношении двух несовершеннолетних 2005 и 2004 годов рождения насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан во Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга. По месту его жительства был проведен обыск. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность мужчины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.